Да, ну Хонда сейчас шестой, он проиграл Апту, Александру Апту. Ну, Элвис Стойко на ваших экранах, ветеран, старше него в турнире одиночников, лишь двое, Михаил Шмеркин, израильтянин, Витов Элгрис, американец. Стойко участвовал на 10 чемпионатах мира, это для него 11-й чемпионат, но этот сезон весь пропустил, у него все время травмы, все время проблемы. Первый старт по существу официальный в этом сезоне у Элвиса Стойко на льду Ванкувера. Да, Элвис Стойко знаменитый фигурист, трехкратный чемпион мира и, конечно, любимец публики. Ну и плюс многим импонирует его спортивная такая мощная манера. Прошлогодняя короткая программа на музыку Рене Дюпере. Цирк Дюсселей называется она. Ай-яй-яй, Аксель прикрой на ворота с неудачным выездом после прыжка. Но публика, конечно, в восторге все равно. Я сказал, что Элвиса в последнее время преследует травмы. Все началось с Олимпиады в Нагано, где, если вы помните, он еле-еле смог покинуть каток. У него были проблемы с пахом, но там он выиграл серебро. Потом другие травмы. Вот последнее – это воспаление осилы на левой ноге. И он практически не может в полную силу тренироваться и выступать. И вот, наверное, следует сказать о такой интересной информации, которая нам тут стала известна. Стойко собирался закончить карьеру, но он решил остаться, его уговорили остаться до следующей Олимпиады, пообещав заплатить 1 миллион долларов. Несмотря на то, что здоровье уже, извините, как говорится, не к черту, но ради миллиона Стойко решил остаться. Ну, если вы обратили внимание, борьба вокруг прыжка в 4 оборота перешла от произвольной программы короткого. Кто выполнит сложнейший прыжок 4 оборота здесь, в короткой программе, тот король и тот получает великолепные шансы на общий успех. Растет сложность очень быстро, по крайней мере, в мужском одиночном катании. Еще совсем недавно только в произвольной программе фигуристы могли позволить себе рискнуть выполнить прыжок в 4 оборота. И вот, пожалуйста, все сильнейшие практически либо одиночный прыжок в 4 оборота, либо даже в каскаде, в комбинации. Да, вот в подтверждение ваших слов, Александр, вообще стартовала
если не ошибаюсь, больше 40 фигуристов. Да, после квалификации осталось 30. И 15 человек из 30 заявили провести 4 оборота. Ну, конечно, сделали далеко не все, но сейчас действительно прыгают все ведущие, не только ведущие спортсмены. Да, но фигуристы так называемого второго эшелона. Это, конечно, серьезная цифра, 15 человек. Ну, Элвис только второй был в своей группе после квалификации. И я думаю, что ему очень трудно теперь, вот после сегодняшнего не совсем удачного выступления, претендовать даже просто на медаль. Рядом его тренер. Уша Кеслер, это новый тренер, раньше стойко работал с Дугом Леем, и вот уже второй год Уша Кеслер тренирует. Куда у нас стойка попадает? Ух, на восьмое место по сумме. По сумме двух программ, двух выступлений, да, только восьмое место. Непривычное для этого великого мастера, но травма, вы говорили об этом, Андрей, плюс все-таки пик, наверное, спортивный, вот чуть-чуть позади. Да, конечно. И, наверное, то же самое можно сказать о Тодде Элдридже, который выходит на лед, 29-летний американец, чемпион мира 96 в Эдмонтоне. Ну, это вообще уникальное явление, про него забыли, вы знаете, он два сезона вообще не появлялся на серии.